سلام خدا، تشکر میکنم از همه دوستان که تشریف آوردن اینجا و از مسئول دانشگاه محبت کردن و خیلی خوشحالم که در کنار هم باز میتونیم یک گفتگوی داشته باشیم راجع به هنر تجلی و اصیلی خوشنویسی. Спасибо большое всем друзьям, что собрались сегодня. Мы благодарим фонд, организовавший эту встречу, и очень я рад очень присутствовать здесь среди вас. И вот это наша вторая встреча. На предыдущих двух, которые происходили в библиотеке имени Ленина и здесь, в Высшей школе экономики, мы уже начали наш разговор о том, что представляет из себя каллиграфия. Могу сказать, что و این به مرور زمان رشد کرده و تعالی پیدا کرده و پی بردن به کنه کار و خبره شدن در این حرفه ای که هزار سال عمر ازش گذشته به کار مشکلیه، به این آسونی به دست نمیاد و باید که خیلی تلاش کرد. این جلسات یک جرقه ای میشه برای اینکه اگر کسی درگیر این کار میخواد بشه یا دوستدار این حرفه هستش و علاقمند هستش، این جرقه ای بشه برای اینکه ادامه بشه. Как вы знаете, искусство каллиграфии насчитывает более 1000 лет, и, естественно, невозможно постичь то, что создавалось веками на протяжении тысячелетия. Сегодня я дам вам заряд, небольшую искорку, и, может быть, если вам будет интересно, вы сможете продолжить изучение этого искусства. این خطوط ششگانه بود که 129 کوپی بود، بعد 49 خط درست میشه، اینا خیلی داشت نزدیک به همه، اینا همه بیشترش از بین رفته و به دست فراموشی سپرده شده. اون چیزی که الان دست ما هست و به قول معروف کاربردی و ازش استفاده میشه 14 خط بیشتر. Как уже действительно было подмечено, действительно существует более 40 видов письма, однако следует отметить следующее. На данный момент многие из них ушли в небытие, и сегодня наиболее используемым и наиболее часто употребленным является всего лишь 14. گوشه کنارها کار میکنن و بیشتر جنبه گرافیکی داره و جنبه کلاسیک خوشنویسی نداره، مثل خط سمبولی باش نمیشه مثلا کتابی نوشت، مثلا یه متنی نوشت کسی بتونه استفاده بکنه، فقط گرافیک داره، فضاهای مدرن باش ایجاد میکنن که اون هم مرسوم نیست در بقول مرد جامعه خوش نیست و تک و توک از این خطوط مثلا خط تاج بی خطی که مثلا کسی حالا اختراع کرده در سالهای قدیم منطقه یه باید اصلا کنار گذاشته، اگرم کسی باشه که استفاده میکنه فقط جنبه گرافیکی داره. Более того, существует, помимо, как мы уже сказали, 14 основных видов письма, так называемые дополнительные или вспомогательные, которые наиболее часто используются не в обычном письме, не в книгопечатании, а скорее как некое дополнение
позволяющие украсить текст. К таким шрифтам можно отнести сомбори, который применяется для украшения и чаще применяется именно в книгопечатании как дополняющий шрифт, или шрифт тач. تو همین چند روزه که ما اینجا بودیم یکی از موارد لزوم دانستن اینها برای خود من اتفاق افتاد. دعوت شدیم کتابخانه مخزن کتابخانه لنین مسکو قسمت نسخ خطی فارسی. کارشناس اینجا کتابی آورده میگه این مال مثلا 200 سال پیشه. من نگاه کردم خطش مال قبل از دوره صفویه. این کارشناس چون به خط آشنا نیست تاریخ قدمت این کتاب رو اشتباه رقم زده و این یکی از جاهای مورد استفاده شناخت این خطوط نسخه شناسی. На самом деле каллиграфия как искусство может быть применена также и в рамках установления дат, в рамках того, в какие годы были написаны те или иные тексты, те или иные книги. Так, мне довелось буквально на днях в библиотеке имени Ленина встретиться с человеком, который принес текст. Показав текст, он сказал, что этому тексту примерно 200 лет. Однако я, увидев начертанное, понял, что графика и используемые письмена относятся скорее к досифилитскому периоду. Таким образом, каллиграфия помогает нам установить точные, относительно точные датировки. چون وقت کم داریم و فرصتی نیست که من بخوام مفصل به هر کدوم اینا بپردازم، به طور اجمال و مختصر و فهرستوار میریم جلو. اسامی خطوط رو من بنویسم، دوباره مشتقات رو مینویسم و میایم رو بعضی از شاخصه های حروف که به قول معروف شناسنامه حروف حساب میشن برای هر شخصی، مثل نون، رو اونها آناتومی شد، نه که شکل کامل بکشن، آناتومی یعنی اسکلت اون نون رو برای شما میکشن و اختلافش رو با خطوط دیگه با هم مقایسه میکنن. Сегодня, в силу того, что у нас относительно ограниченный временной ресурс, я бы хотел показать вам основные отличия. Так, на примере некоторых из букв мы разберем то, каким образом отличаются виды письма. На примере буквы «Н» я покажу вам достаточно кратко, но все же, каким образом отличаются виды начертания букв. این هستش مفرد هست. Вот, آه خوبه خوبه الان ما خواستیم روشنش بکنیم چون ما گفتیم که خطوط ششگانه از دو خط کوفی و نسخ اولیه، یا الان تو اینترنت سرچ کنید نسخ اولیه رو میزنه خط حجازی. Итак, как мы уже помним, основным видом письма, от которого повели свои
повел свой род письма, существующие сейчас, это виды письма, так называемые куфийские, а также изначальный насх, первоначальный насх. از این دوتا گفتیم شش تا خط مشتق میشه. از این دو خط پیسما появились шесть видов письма. خط محقق. такие как محقق. خط ریحان. ریحان. خط سولز. سولز. خط توقیع. توقیع. خط رقا رقا خط نسخ ای نسخ این همون نسخ اولیه است که وقتی که اینا درست شد اینم تکامل پیدا کرد اومد کنار اینا نشست і здесь надо отметить, что этот самый насх является прямым продолжением первоначального насха, который полноценно оформился во время становление этих шести видов письма. Мухаккак ризиш кердан, кучикиш кердан, зарифиш кердан, гузуштан исмичу рейхан, маанай гуле рейхан, ва барай китаба. Яни риз шуде мухаккак рейхан. Интересный факт. Постепенно шрифты менялись, и так мы можем сказать о том, как из мухаккака получился рейхан, утончившись, несколько уменьшившись в размерах, но все же рейхан. Уменьшение размеров сольса дало нам толпи. Изменение размеров толпи – рэка. این هم مستقل به هیچی وابسته نیست نسخ یا دیلن بدلیت سم نسخ کک موشه گواری خب از تو دل رقا یه خطی درست کردن به نام تعلیق از رقا پستیپن سفرمیروالس تعلیق از تو تعلیق و نسخ نسخ اون قدیمی شده نیستیم نسخ تعلیق نوی непосредственным слиянием نسخ и تعلیق стал вид письма, который мы знаем сегодня как настолик. خب настолик کوچیک شد ظریف شد، جمع جور شد، رها شد، رها شده این از تعلیق شد شکسته. Более свободный вид начертания букв в настолике дал нам новый вид настолика, ломаный настолик или шикесты. کنار رقا چون رقا یه خطی که مثلا 700 سال 800 سال عمر داره ترکا اومدن چون اونا هم بالاخره کار میکردن ملل دیگه هم کار میکردن اومدن بنابر موقعیت جغرافیایی خودشون و به قول معروف علاقه و سلایق خودشون یه خطی کنار رقا درست کردن گفتن ما این از توقی گرفتیم یعنی توقی که رقا ازش مشتق شده بود اونا اومدن گفتن ما اجازه رو داریم خط اجازه Шли времена, некоторые из народов предпочитали идти своим путем и преобразовывать существующие виды начертания букв согласно своим потребностям. Так, из Тофира османы решили назвать Реку, которая произошла от Тофира, Эджазе. خب حالا آناتومیه یکی از حروف شاخصاش مثلا نون من براتون می نویسم که فرق هر کدوم اینا تو هر کدوم در چی هست و کجاشه آناتومیش И сейчас я хотела бы вам достаточно кратко показать, чем отличается начертание букв в том или ином виде письма. از این پایین شروع میکنیم این بالا. Мы начнем снизу и будем постепенно идти. Насх. Итак, насх.
این آناتومیه نسخ. ببینید همه چیش حساب کتاب داره، یعنی نقطه نسخ رو نمیتونید اینجا بذارید، اینجا بذارید، اینجا بذارید، اینجا بذارید. اگر دیدید اینجاست، شرایطی هست، قرینه ای هست که اینجاست. اگر اینجاست، یک شخصی یه سبکی میخواسته برای خودش درست کنه، اینجا گذاشته. اما قانون اصلی اینجاست و آناتومی نون نسخ اینه. Наш рассмотрим на примере буквы ну то, каким образом строились правила построения насха. В нуне нельзя, согласно существующим канонам, нун должен писаться именно таким образом. Точка должна располагаться строго посередине, поверх буквы. Она не может прыгать в ту или иную сторону. На самом деле любое изменение может быть объяснено исключительно особенностями мастера или его желанием изобрести новый вид письма. В каноническом написании буква пишется именно так. Точка ставится строго посередине. Анатомия нуне рево. И насх и нунеше. Нуне маамулиш. Мумкин нунай диян душте вуще. Кешиде. Ама нуне ке маамулие ине. Сейчас мы разбираем именно стандартное написание, без привязки к каким-либо другим факторам, таким как, например, протяженность буквы. Некоторые мастера в угоду своему вкусу несколько меняют пропорцию, но сейчас мы говорим о классическом каноническом написании. В виде письма «река» буква «ну» пишется вот таким образом. فرقش در این که این یه مقدار یه مو از این پهن‌تره. Основное отличие состоит в том, что буква нун в рака несколько шире. Буквально на какие-то доли миллиметра. Инам нун давай. Следующая буква написана рядом. Это тоже ну, написано в стиле рака. خب حالا میاد نستعلیق. Переходим к نستعلیقу. تعلیق، نستعلیق، شکسته. این سه تا. Итак, переходим к этим трём, по сути, развитию. تعلیق، نستعلیق и شکسته. نستعلیق. ببینید این در این زاویه است، این الف اول، این که این زاویه است، زاویه ها با هم فرق میکنه. این آناتومی نون نستعلیق. تعلیق в талике написание нуна может несколько отличаться. Левая сторона буквы может быть несколько загнута или быть относительно ровно расположена, если сравнивать с алефом. Точка остается также посередине. Ну, вахтики азурега герфты шуда, хану зовио шабихе рева. Так как мы идем, видим свою речь о том, как шло развитие букв, мы видим сохранение первоначальных черт рака в дальнейшем начертании. Шекасты на столик. А теперь шекасты на столик. Нунеши. Вах, хами нуни, ке ту талик хас, дар шекастам эстефода мише. Нун, который мы видим в талике, на столике также используется, но пишется несколько меньше. И вы видите, что теряются первоначальные формы. Тоги. Нуна тоги.
این دوتا فرقش با این چیه؟ اولا این ترویس داره. ترویس یعنی چی؟ اون علامتی که اضافه. ترویس یعنی چیزی اضافه برای چیزی سوار کردن. Итак, мы видим основное отличие. В первую очередь, это тервиз, который появляется в изголовье буквы, своеобразное начало. این شکل مثلثی که سوار بر این و حروف دیگه مثل الف میشه رو بهش میگن ترویس. Тервис – это дополнительный элемент, который может появляться в начале алефа и других зубцовых букв. بعد نون در این معکوس در توقی با این فرقش این که این گدتره اون تختره یعنی این زاویهش اینه این زاویهش اینه Также мы видим отличие в форме. Появляется более выраженный угол и более четкое направление буквы. حالا زاویهش تغییر میکنه مثلا چه اتفاقی میفته که حالا این میشه توقی این میشه رها این تو قلم مشخص میشه وقتی زاویه تغییر پیدا میکنه حجم تغییر پیدا میکنه لاغری و اون ضخامت متفاوت میشه کوچکترین زاویه تغییر در شکل ایجاد میشه Основное отличие также проявляется в том, какую толщину получает начертание букв. Благодаря каламу мы видим, что начертание букв изменяется, появляется определенная толщина. Сольф. اینم آناتومی نون سورس так выглядит нун в шрифте сорс فرقش با توقی چیه؟ как видите, основное отличие от توفیра заключается в том شروع نون یه الف داره اینجوری что в начале буквы, если мы поставим алиф در سورس رقص شدید داره в сорсе мы будем наблюдать сильный наклон и сильную амплитуду буквы. Да, тори соф. Тори же, алеф начинает выпрямляться и, по сути, пишется ровно. До, фаводову. Самт рост нун. Ин хат замина, он аги боши курси, не нохте балатара. در سورس دو نقطه بالاتر. Также мы можем отметить своеобразные изменения угла относительно поверхности, на которой мы пишем. Если в топе это одна точка, то в сорсе это уже две точки. گفتیم که توقی کوچک شده ای سورسه. Мы уже сказали, что топе это своеобразный уменьшенный сорс. پس تو از داخل طول سورس میشه 5 نقطه داخلش وسیعه این تقریبا 3 نقطه 3 نقطه و نیم اینجوری در میاد Также мы отмечаем то, что в протяженности букв, в длине их написания, помещается разное количество точек на букву. В сольсе это относительно буквы нун, допустим, 5 точек, в топе 3,5-3 точки. Хоп. سورس گفتیم که این مشخصات داره حالا میام سر محقق سیچس پریزیم که محقق یه سری فرقهای دیگه هم داره منطقه نمیشه تو آناتومی بیان کرد فرق در زاویه قلمه اون باید قلم حجم باید خط حجم داشته باشه تا زاویه تغییر زاویه رو بفهمه آدم در قلم نکتیز یا مداد اینا مشخص نمیشه حالا نمونهش میکشم
К сожалению, я не смогу показать все отличие, которое заключается в начертании калямом, потому что, как мы понимаем, использование остроконечного инструмента для письма не дает нам возможности раскрыть весь потенциал письма. Отсутствует объем, отсутствуют те самые переходы, которые возникают при использовании каляма. Обдавни, интуизовни. اینطوری یعنی این همدیگه را قطع میکنه موازی نیست این زاویهش بیشتره محرفتره تحریفش بیشتره یعنی آره کجتره اما این نه این نوک قلم تختره این یکی از فرقاست که تو زاویه ها ایجاد میشه. Также, если мы продолжаем наш разговор о каляме, то мы не можем сказать о том, что сам вид заточки каляма также меняется. Меняется угол, под который угол среза, соответственно, из-за этого меняется и дальнейшее направление письма. این رخصی که اینجا داره باز محدود میشه مثل توقی اما طول این کشیده میشه فرقش باید بعد ترویسش خب اینم یه نقطه است مثل این دو نقطه است ترویس این فرقش با سرس چیه؟ این شروع نون فرض کنیم ترویس سرس اینجا قرار میگیره اما در محقق Итак, перейдем к следующему отличию. Перейдем к шрифту Махакак. И если сравнить его с, допустим, тем же самым сорсом, то мы можем отметить, что буква еще больше удлиняется. А правая сторона нуна становится еще более прямой. А та самая украшающая часть таблиц пишется в несколько другом ключе. Пишется под несколько иным наклоном. پس شما نون محقق که میبینید یه جایی این ورش این طرف چپش هیچ زائده ای نمیبینید صاف صاف این ورش فقط اضافه داره اما در سورس نه این ور اضافه میبینید به این شکل یعنی اینو برمیداریم یکی دیگه میکشم که فرقش با سورس کاملا میشه. Сейчас я покажу вам основную разницу в начертании. Как видите, вот этот уголок, он играет очень важную роль в распознавании буквы. Так, ходы таргисеш. Шектышам и мэрдали. Афаротте. این زائده اینجا این در محققه نیست اما در اینجا هست بعد این انتهای این تیز تموم میشه این نه گرد میشه Итак, отметим основные отличия. Вот в этом таблице, о котором уже шла речь, если говорить о Мухаккаге, то он выступающим треугольником заканчивается над верхней частью зубцовой буквы, его конец закруглен. Если же мы говорим о сорсе, то, как вы видите, он продолжает сохранить остроту, выступающего уголка нет. Так, и мухакак был фарбиш по сорсу, хала рейхан. Рейхан говорит, шрифт рейхан. Рейхан говорит, кучик шоде и мухакак. این کوچیک شده اینه ارزش زیاده شروعش مثل همینه این ترویسش اینجا زائد نداره منتها فرقش با محقق در کجاست فقط کوچیک شده نه
نون نسخ رو گفتیم. اینجا رو ببینید، اینجا یه دوری داره، منتها دورش محدوده، مثل سلس نیست خیلی با اون معروف گوشتار باشه، لاغرتره. این هم همینجوره، این انتهاش یه مقداری لاغرتر از سلس و محققه و زاویه کمتری میگیره و در این حال که کوچکتر از محقق نوشته میشه. Итак, перейдем к следующему шрифту, это Рейхоне. Если сравнивать его с Махакаром, то мы видим, безусловно, уменьшение пропорций. Также тот же самый таблиц, сохраняющий прямое направление без угловой части наверху, без уплотнения. В чем же отличие еще от Махакара? Можно ли говорить о том, что речь идет всего лишь о уменьшении начертания? Нет, ни в коем случае. На самом деле очень важным фактором является то, что нижняя часть буквы «Н», а именно правая нижняя сторона, получает несколько более выраженное округление, которое мы можем заметить в других видах начертаний. Им вали хоту. Еду нам инжа дарим. Куфи. Ну, наш чиджуди, а? Анатомичо. Ну, на куфи. И теперь, наверное, самый необычный нун сегодняшнего рассказа – это нун, который мы видим в куфийском письме. Пишется он вот таким образом. Хоп. Ин анатомия ячи аз хуруфа ин хутута к нуна. Хала, шума хесаб буханит, ке ехати месен نسخ یا مثل نسخ تعلیق، اینها مکاتب شیوه های مختلفی داره، هر کدوم اینها نوناش فرق میکنه، قالب اصلی یکیه، قالب مثلا محقق یکیه، اما یکی لباس زرد میشده، یکی جاکت میشیده، یکی تیشرت میشیده، یکی نمیدونم، هر کدوم قالب‌هاش متفاوت، منتها روی اصلش یکیه. Итак, мы, естественно, говорим о неких основах, о том, каким образом преобразовывались буквы, и сейчас речь шла об одной из букв алфавита. Естественно, что в каждом из видов письма сохранились свои рамки, но здесь следует сделать небольшую ремарку. Несмотря на то, что мы говорим о неких общих правилах написания, мы можем сравнить эти буквы и изменения внутри самого стиля с людьми, которые одеваются в разную одежду. Так, например, кто-то может быть одет в желтую майку, коричневый пиджак и так далее. Все это будет являться небольшими отклонениями в рамках одного и того же стиля. میام سر یه کدوم از این خطا که حالا نستعلی به یه خود قریب به ذهن آشناتری از اول چند تا شیوه نوشتم، اینا رو میگیم. نستعلی از زمانی که از تعلیق و نسخ مشتق شد و اختراع شد، این شیوه ها اساتید درجه یکش بودن و صاحب سبک و مکتب و شیوه بودن. Сейчас мы с вами рассмотрим одни из наиболее часто употребляемых, а посему наиболее знакомых шрифтов. Это настолик. И кратко оговорим то, каким образом менялись школы, кто был их родоначальником и каким образом применялись каноны написания. چند تا رساله هم داره که شعراش هم بعضن نوشتم. داند آن کس که آشنایی دل است، به صفای خط از صفای دل است. این سلطان علی مشهدی اول استاد درجه یک نسخه. Итак, первый человек, о котором пойдет речь, это Султан Али Машади, который был родоначальником Настолика, который заложил основы. دوم میرعلی هروی. вторым человеком был Мирали Херави. سوم میرماد حسنی.
Дальше Мирамат Хасани, دوره صفوی بوده ایشون. Который жил в период Сефевидской эпохи. اینا دوره تیموری بوده. Два предыдущих человека относились к эпохе Тимуридов. بعد میان جلوتر دوره های دیگه زندیه و افشار یعنی بعد از صفوی تو ایران و یا جاهای دیگه که شاید دیگه چیزی به اون صورت آدم به که قابل مثلا بیان باشه نداشتن تا میاد دوره قاجار دوره قاجار دو نفر بودن یکی میرزا قانم‌رضا یکی میرزا رضای کرخور دو تا سبک شیوه مختلف اولیش میرزا قانم‌رضا خیلی شاخص بود ایتاک Как вы понимаете, развитие постепенно шло, и постсафавидская эпоха, к сожалению, до начала эпохи Каджар не принесла нам каких-то выдающихся личностей. В дальнейшем речь идет уже о каджарской эпохе, когда Мирза Каджар и Мирза Каджар также оставили свой след в истории каллиграфии. یه بحثی داریم در زمان میرزا رضای کرهار یه کاری کرده خطش مثلا اینجوری نبوده که حالا مثلا خیلی بنیادی متفاوت باشه که مثلا بخواد صاحب شیوه بشه چطور شد موندگار شد و همین الانم همه خوشنویسای الان از این پیروی میکنن نه از اونهای دیگه که تازه بهترم هستن И вот интересный факт. Последний из персональных перечисленных, а именно Мирза Рыза Кульхи, по сути, не запомнился какими-то особыми нововведениями. И, в принципе, нельзя сказать, что он стал начальником чего-то кардинально нового. Но его имя осталось в истории. И давайте попробуем разобраться, почему. Да, замон Мирза Рыза Кульхи, хом Мирза Рыза ارتباط داشت با دربار میرفت میمد اینا گفتن که یه شخصی هم هست به نام میرزا رضای کرو جالبه که ایشون کرد بود و تا 40 سالگی شکار میکرد فقط و اصلا دست به قلم تا 40 سالگی نذاشتیم Итак, интересный факт. Тот самый Мирза Рыза Каджар был курдом и до 40 лет, в принципе, знать не знал о том, что представляет из себя калам, и в руках его не держал. Но внезапно его пробудившийся интерес к искусству и к каллиграфии побудил его заняться этим делом. مبتنی بر سنت موندگاری میاره نمونهش ایشونه که با اینکه دیر شروع کرده اما موندگار شد چون کار نو کرد И на самом деле это можно назвать прекрасным примером того, что искусство, несмотря на то, что человек может начать заниматься им поздно, дает человеку возможность дать начало чего-то нового. Кар ішун чи буд? فرقش چی بود که الان هم دارن استفاده میکنن Итак, что же он изобрел? Почему именно его имя вошло в историю? در زمان میرزا رضای کرهار صنعت چاپ وارد ایران میشه. В эпоху Мирзы Резы Каламхара искусство книгопечатания появляется на территории Ирана. صنعت چاپ خب در اون موقع چاپ سنگی بود. زیاد دستگاه ها و کیفیت و ظرافت و Как вы понимаете, в те времена речь идет именно о своеобразно простой, а именно каменной печати, когда станки имели каменную подушку для печатания. Естественно, говорить о какой-то тонкости линий или своеобразной красоте рисунка не приходится. Шоу вахт дастур миде ке хала ке санат чап умаде یه روزنامه چاپ کن یه روزنامه درست کنن و چاپ بشه اخبار به گوش همه برسه И вот с появлением печатных станков на территории Ирана правитель того времени издает указ о необходимости создания газет. خب اون موقع فونت که نبوده که
مجبور بودن که کل روزنامه رو بدن خوشنویس بنویسه. Естественно, тогда не было каких-то заводов. Газету давали каллиграфам, они были вынуждены писать все от руки. Кушневиз вот чарху говорят, бьет фелан рузнава, мы хотим бензани бенвиз, говорит чарш, что он когда написал, بعد از اتمام کار کار چاپ شد. بعد دیدم یه سریش چاپ نشده. نیست تو کار. کجاها؟ همون شمره ها که عرض کردم. اون تیزی های آخر نون. اینجا. مثلا این یه تیکه نبود. این اتصال از اینجا به این که داره وصل میشه. اینجا یه اتصال ظریفه. اینجا نبود. اینجا نبود. اون تعویض ها انتهاش که ظریفه اینا نبود. همه حروف و کلمات خود شده بود اصلا معلوم نبود چیه. И вот немножко техники и того, как оно влияет на развитие книгопечатания и печати в целом. Кольхару получили разработать шрифт, сделать первые наборные строки. И вот в момент, когда уже первая газета была издана и все ушло в печать, обнаружили, что почему-то в нунах не хватает каких-то основных элементов. Не хватает адвиса, где-то появился, где-то не хватает кусков, где-то угол приобрел несколько другое начертание. Умад чикокер, умад тараши каламеш тавил иджат кер. Ин калам, зехамет ин калам, ин гушт калам, масалан, 1 мил буд. من 1 мил بهش اضافه کرد زخیمش کرد که وقتی که مینویسه و به اتصال ها میرسه که ظریفه اونا زخیم بشه که تو چاپ در بیاد از بین نره اون شمره ها و اون آخر خط تیزی ها اونا اون ظرافت ها از بین رفت کلوف شد که تو چاپ به خاطر صنعت چاپ کلن خط گوشتی شد. Именно поэтому Кольхару пришлось несколько преобразовать существующее до него искусство письма. Всего того, что написание особо тонких мест было невозможно, он решил прибавить своему каламу несколько миллиметров и таким образом при начертании сохранить написание букв. Да, ушли тадвисы, но несмотря на это буквы остались читаемы, и сама форма осталась узнаваемой. فواید دیگه هم داشت این که چون ظرافت ها از بین رفته بود فوایدش این بود که برای روزنامه نوشتن سریعتر انجام میشد. یه صفحه ای که قبلا مثلا 2 روز طول میکشید بنویسه ظرف نصف روز مینوشت. چون ظرافتی نداشت. همه زخیم بود. فقط محصول چاپ کردن بود. و این حسن داشت. Ну и, собственно говоря, еще одним отличительным фактором стало то, что увеличилась во много раз скорость самого письма. Если раньше мастеру, каллиграфу для того, чтобы оформить страницу, нужно было поработать где-то 2 дня, то теперь, благодаря изобретению вот такого нового начертания, время сократилось до буквально полудня. الان نوشته میشه و چاپ میشه پیروی از همین میزارزای کلهوره که به خاطر صنعت چاپ این تغییر رو در خط ایجاد کرد. Если сейчас вы посмотрите в современные газеты на столик, то вы увидите прямое продолжение работы Мирзы Реза Кольхара, который оставил вот такой вот след в истории. خب یه نمونه از خطای میرزا غلام رضا در قاجار و یه نمونه از خطای میرماد حسنی در دوره صفوی بهتون نشون بدم که ببینید. А сейчас я хотел бы вам показать несколько примеров. Пример, относящийся к сефевидской эпохе, и пример написания работ Мирзы Алам Рызы. گفتم استاد اولی که خیلی بزرگ بود و صاحب شیوه و مکتب بود سلطان علی مشهدی امضا شد. Первый человек, о котором мы говорили, Султан Али Машхади. Вот его подпись. ایشون خیلی معروف بود به ظریف نویس. البته این چون
چاپ شده ظرافت ها زیاد مشخص نمیشه، چون تو چاپ ضعف ها ممکنه قوی بشه قوی ها ضعیف بشه زیاد مشخص، اما باز هم میشه تشکیل مثلا سره ظرافت داره و این دندونه ها. В свое время он прославился аккуратностью и тонкостью написания всех этих переходных тонких мест, таких как, например, буквы «хэ», начало ее, если вы обратите внимание, и, допустим, буква «сэ», «шэ». А жалобы, что хануз, что хануза, хутута Султана Али, аз хамэй хатха гэрунта хатбэхуши. И интересный факт, до сих пор работы именно мастера являются наиболее ценными и целятся наиболее сильно, в том числе и в денежном плане. بعد از اون یکی از بزرگترین خوشنویسای ما میرعلی هروی. Следующий персонали – это персонали Мирали Хаяри. Мирали буде, который подписывал свои работы как Мирали, а иногда Яри. Я Али буде, я Мирали буде, я камел имзам кеде, Мирали Хаяри. Чантойшо имзам кеде. Ну и иногда он пользовался полными своими инициалами Мирали Хаяри. По хате, амичку молазим кони, برستر و قلدرتر و قویتره. Если вы сравните это с предыдущей работой, то отметите, что они имеют несколько более выраженную фактуру, они более четко прописаны. Сильно уменьшительный, сильно немедленно قویتره. Посмотрите, например, на то, как написан син. Шахеса и фарраш, которые в цапка и شیوه های جانچه تو همین دایره ها و نوناست که حالا چجوری تشخیص میشه داد که آیا این نور مثلا این قطعه میرعلیه، ما میخواییم شما میخواییم تشخیص بدید، این دیگه بر اثر اون مشق نظری مداوم، یعنی هی از چندین سال هی نگاه کرده باشید خطوطو که با یه نظر تشخیص این خط فلانی ها. الانش هم هست مثلا تو حالت عادی که امروزه داریم، مثلا شما از بس با من ممارست داشتی بعدا مثلا یه جای دیگه یه نوشته که من میدونم این خط فلانی هست میشناسی چون ممارست چشمی داشتی. И на самом деле искусство определения работ и принадлежности их мастеру могут быть выработаны исключительно благодаря долгим и долгим тренировкам. Так, например, сравнивая работы, может быть, разговаривая с другим мастером, вы сможете со временем отличить его работы от других и сказать: «О да, я знаю, кто это написал». Работа должна быть на самом деле расположена вертикально, но рассмотрим ее в таком виде. و طرف های خوشنویس های آفریقا همه از ایشون تقلید میکنن. میرواد это прямой продолжатель традиции Мирали. В свою очередь он оставил большой след в том, каким образом представляют себе прекрасные представители османского мира, турецкого мира, представители арабских и по большей части африканских стран. Они дают предпочтение именно такому начертанию. علت شهرتش هم اتفاقی که براش افتاد. میرماد در زمان شعباس، البته اینم معترضه بگم که در زمان هر کدوم اینها این یه کسای دیگه هم بودن خیلی قوی و به قول معروف که شاید سرم بوده از میرماد. خب
مثلا در زمان میر ماد علیرضای عباسی بوده. На самом деле нельзя ни в коем случае забывать о том, что несмотря на то, что сейчас мы говорим всего лишь о нескольких выдающихся личностях, безусловно, в те времена были люди, которые творили наравне с вышеупомянутыми мастерами. کتیبه‌هاش تو حرم مرزا و جایگیه تو اصفهان بسیار فراوونه و بسیار قدیم بوده. حتی میرماد تو نستعلیق شاگردی اون کرده، یعنی ضعیف بوده، رفته پیش علیرضا قوی کرده خودشو. Более того, так мы, например, можем даже сказать, что сам Миромат был в некоторых из стилей письма учеником другого выдающегося Аббаси, который творил и который, безусловно, внес очень большой вклад в развитие. Можно даже сказать, наверное, что в некоторых работах он был на голову выше, чем сам Миромат. حالا علتش این چیه که این شهرت همه دنیا از این تقلید میکنن خوشنویسا؟ این که این زیاد سفر میکرد، به هندوستان میرفت، به عثمانی میرفت، اونها خیلی به هنر ارزش قائل میشدن و بابت هر خطش کلی طلا میدادن بهش، یعنی به ازای خطش طلا میگرفته و خیلی مشهور بوده تر امپراتوری های دیگه. На самом деле, одной из важных причин, почему именно имя Миромада осталось в истории, заключается в том, что он мог позволить себе путешествовать по разным странам, так в том числе он был в других империях, он ездил в Индию, и его работы ценились на вес золота и оплачивались золотом. Его работы были на слуху, таким образом его известность дошла и до наших дней. اتفاق میفته که خب از سفر برگشته وزرای شاه عباس میرن پشترش بدگویی میکنن، میگن که این میخواد جای تو رو بگیره، میخواد خودش شاه بشه و بدگویی میکنن و باعث شاه رو تحریک میکنن و باعث میشه که شاه دستور قتل میرماد میده و میرماد رو میکشنش. История этого каллиграфа была достаточно печальна, потому что, вернувшись из своих путешествий, он стал жертвой клеветы. Вазиры шаха Аббаса прознали про него, про его славу и решили очернить его в глазах шаха, таким образом испугав шаха тем, что Миромат хочет занять твое место, о великий. Шах Аббас подписал указ о казни Миромада. خب همین جریان کشته شدن میرماد موجب شهرتش میشه. امپراتورای دیگه ناراحت میشن، میگن برای چی کشتی؟ میدادیش به ما به اندازه وزن هیکل ما به طلا میدادیم. به خاطر همین کشته شدن این شهرتش چند برابر میشه و هنوز که هنوزه پیروان خط این بیشتر از ایران، مثلا ایران 10% از این پیروان میکنن، کشورهای دیگه مثل ترکیه و هند و نمیدونم آفریقا و اینا 100% از این تقلید میکنن. И вот то, к чему мы пришли, эта печальная участь, эта гибель привела к тому, что имя Миромада осталось в истории. Более того, правители, узнав о гибели этого выдающегося человека, сказали: «О, правитель, что же ты наделал? Мы были бы рады дать тебе столько золота, сколько весит этот несчастный. Зачем ты убил его?» Так, сегодня это имя осталось на слуху, и более того, мы можем сказать, что благодаря именно этому остались последователи непосредственные на территории таких стран, как Турция и Индия. И если говорить о процентном соотношении, то на территории Ирана последователи Миромада могут считаться где-то 10% населения людей, а последователями Миромада в Турции и османских странах, турецкие в Турции, где-то 100% населения.
خط علیرضای عباسی که هم گفتم هم دوره میرماد بوده و بسیار قوی بوده و میرماد شاگردی میکرده. А это работа Алирезы Аббаси. Как мы говорили, он был наставником Миромада. بعد از میرماد این هم خط بزرگترین خوشنویس دوره قاجاره، یعنی تقریباً 200 سال پیش. این تخصص و بقول من شاخصه ای که خیلی باعث شد خودش نشون بده و یکی از بزرگان گرافیک اصفهان اروپا که اسمش تو خاطرم نیست، استاد نجاتی که از اساتید گرافیک ایران رفته بود اونجا، میگفت که رفتیم خونه دیدیم یکی از خطای میرزا هرمزا اونجاست. یعنی اینقدر فضای گرافیک این قوی ایجاد شده و فرم زیباست که اون گرافیست اروپا که مفهوم اینو ممکنه شعر رو نفهمه، بخاطر فضای ایجاد شده خوشش اومده و اینو خونش نصب کرد و این به خاطر ایجاد فرم در خط نستعلیق و ایجاد سیامشق، چون قبلا سیامشق که می نوشتن فقط سیاه میکردن، یعنی که من تمرین کردم قالب، اسم قالبی نبوده، اما ایشون اومد قالب درست کرد. یعنی ما قالب کتابت داریم، قالب چلیپا داریم، اینم قالب سیامش که هر کدوم مثلا اینجا چهارتا مقصوده، اینجا چهارتا یه، اینا حساب کتاب داره. علکی اینجوری نوشته، این چرا یه بار اینو نوشته، این چرا یه دونه الف اونجاست، اینا قانون داره، حساب کتاب داره. یه قالبی برای سیامشق نستعلیق ایشون ایجاد کرد و علت شهرتش هم همین. И вот мы пришли к работе следующего мастера, мастера, который, работа которого относится к эпохе Каджаров, то есть где-то жил он 200 лет тому назад, Мирза Калям Реза. И прославившийся не просто начертанием, но работой с формами и с тем, как расположены письмена на листе. Интересный факт. Один из моих знакомых побывал в Европе, увидел там на стене у одного из художников эту работу и сразу смог опознать ее благодаря тому, как расположены на листе письмена. И вот интересный факт. Это так называемый вид письма, который называется сиамаш или написание по-черному. Это то, что считается своеобразной тренировкой мастера, позволяющей ему расписаться, возможно, обучиться чему-то новому. Но вот Мирза Галям Реза вводит определенный свод правил, согласно которому написание должно следовать тем или иным канонам. В частности, мы можем сказать о том, что повторение той или иной фразы на листе должно быть обусловлено тем или иным числом. Единичные элементы также определенным образом считаются. Все получило свое обоснование и свои каноны. Пас мы видим, что то взгляд, который мы то хотя на стали был сабка, шива, то ходе сабка قالب‌های مختلف. که هر قالبی احتیاج به یک زمان طولانی یادگیری داره، یعنی اینقدر این عمیقه که هیچ کس نمیتونه یک خط رو، حتی یک خط رو در همه قالب‌ها بتونه مثلا درش حرفه‌ای متبحر بشه، مگر اینکه تک تک جدا جدا مثلا یک قالب دو قالب نهایت بتونه مثلا اینو یاد بگیره. Именно поэтому мы говорим о том, сейчас мы узнали о том, как строились со временем основы каллиграфии. Именно поэтому можем сказать о том, что изучить все это невозможно. Невозможно стать мастером во всех видах письма. Это абсолютно нереально. Вы можете изучить в рамках одного или двух стилей основы начертания, но в целом это искусство, которое сохраняет свою сложность для всех.
اگر کسی هست که چند نوع از اینا رو می‌نویسه، هستن به هر حال مثل استاد موحد، اینا واقعا آدم های نابغه‌ای هستن و از ذهن بسیار قوی برخوردارن. واقعا مشکل نمیشه همه رو خوب نوشت. Соблюдение всех правил и удержание в памяти такого огромного количества нюансов, безусловно, является нечто невообразимым. И есть выдающиеся личности, которые могут писать в нескольких стилях, и их работы уникальны, и случаи удивительны. خوب باشه. حالا عرضم به خدمت شما که این نمونه ای از قرآن ابراهیم سلطانه، یکی از شاهان وقت دوره تیموری، و عرضم به خدمت شما که به دو نوع خط نوشته. قرآن که видите перед собой представляет собой Коран, написанный в эпоху Тимуридов, и написан он двумя видами письма. Азам бхедмашму, ки он дурушташ хатте мухаккага. Те фрагменты, что написаны относительно крупно, это мухаккаг. ببینید این نون محققی که اونجا عرض کردم، вот например نون написанный в محققی о котором я говорил، منتها این ورشه تو بیازهای حروف، یعنی فضاهای سفیدی که مثلا داخل واو و صاد و اینا رو همه رو طلا گذاشته. И вы видите, что в середине букв использовано золото. خط وسط این ریزها، این ریزها، این هم محققه، منتها محققیه که چی میگن، چجوری بگم، کوچیک شده و با طلا نوشته و دورش دورگیری کرده. В середине также используем мухаккаг, но, как вы видите, мухаккаг несколько отличающийся от того, что мы видим вверху или внизу страницы. Размер его уменьшен, и сами буквы более округлы. Хоп. Хамин, ки бо тала навиште, ва дорши дургири керде, диге беш не мигуфтан мухаккаг. Е эс диге бараш мизиштан. Пазин. Эсмис чи буде? Сочетание с золотом, а также использование этих более округлых форм дало основание мастерам того времени называть этот вид написания новым словом, другим видом письма. И такой вид письма уже получил название мухаррар. Янчи мухаррар. Что же это значит? این قلمگیری که دور حرف می شده سیاد، اون خط نازکی که الف می نوشته، چهار طرفشو خط سیاه می کشته، نون می نوشته، چهار طرفشو خط نازک سیاهی می زدن، به اونو میگن تحریر کردن. Тонкая обводка, которую вы можете наблюдать вокруг нунов или, допустим, алефов, это то, что имеет название тахрир. Инам хам, ин сафе амбала дуго, мишам хатте мухаррара. И вот на первой второй странице вы тоже видите мухаррар. Хоп, хатте мухаррар мумкене дар галебе мухаккаг навиште мише, мумкене дар галебе сурс навиште мише, ва я хар хатте диге. И на самом деле мухаррар может быть выполнен в любом другом виде начертания, то есть могут быть использованы
своды правил написания сольса, мухаккака или любого другого вида письма. ابراهیم سلطان یکی از پادشاهان دوره تیموری بود که خودش کارگاه بزرگی داشت، کارگاه کاغذسازی داشت، کارگاه تزییب داشت. یعنی وقتی خطی که می نوشت همه به قول معروف حواشی اون خط در کارگاه خودش انجام می شد. جلد قرآن یا هر کتاب دیگه که می نوشتن کاغذش همونجا ساخته میشد، تذهیبش به قول معروف تلین کشی، هر کاری که مربوط به آرایش کتاب بود در کارگاه خودش. ابراهیم سلطان کاران работы которого мастерской которого вы сейчас изучали был выдающейся личностью, который также имел свою мастерскую, где от самого начального этапа, то есть от этапа изготовления бумаги до этапа украшения книги, работа велась над изделием. И это, по сути, своё уникальное. Доре Ибрахим Султан бен Милади, если вы посчитаете, это قرن 8-9 миллиард. Если переводить даты жизни Ибрахима Султана на григорианский лад, то мы можем получить примерно 8-9 век нашей эры. همون دوره بود که دوره درخشان هنر دیگه. بعد از اون چون ایشون کارگاه ایجاد کرد، کارگاه ها بعد متعدد شد، بعد خط کاربردی بود، استفاده های متعدد شد. مثلا یکی از استفاده ها چی بود؟ هر کس میخواست ازدواج کنه میخواست یه قرآن تو سفره عقدش باشه. так Работы мастера были, безусловно, популярны и пользовались большим спросом. Более того, надо отметить, что эти работы были не просто важны. Они могли использоваться, например, в следующей ситуации, когда пара хотела вступить в брак, она, естественно, желала видеть на своем столе, на своей скатерти вот такой вот рукописный Коран. خب هر کسی به اندازه وسع مالی که داشت میرفت سراغ یه خوشنویسی، مثلا وسع مالیش خوب بود میرفت سراغ اساتید درجه، بعد بود میرفت اساتید درجه. برای همین انقدر زیاد ما قرآن داریم. Ну и на самом деле одной из причин того, почему у нас так много Коранов, является то, что люди, согласно своим финансовым положениям, своим потребностям, шли к разным мастерам. Те, кто могли себе позволить, шли к мастерам первой категории, к прекрасным остатам. Люди поскромнее были вынуждены обращаться в более скромные мастерские. Я интересно, сам Коран ой, хейди кучит, сам андазе ин. Коран ой, хейди. Так, например, у нас есть Коран размером вот с эту крышку. Я хунда не мешаю, да, чем не нужно. Конечно же, их нельзя было прочитать, так зачем же их писали? بازوهاشون میبستن یا اون موقع مرسوم بود عمامه میبستن یا عمامه ها میذاشتن برای حفظ امنیتشون. Для защиты от темных сил, от сглазов и так далее, люди могли прикреплять вот такие маленькие Кораны к одежде, например, куда-то на предплечье или на головной убор, и это позволяло им считать себя защищенными. Так, хоп, باز مثلا برای مکتب خونه ها قرآن های 120 پاره 60 پاره یا حتی کتب های ادعیه. بعد مثلا بعد از دوره سعدی و حافظ اینقدر گلستان سعدی و حافظ نوشته شد، نظامی نوشته شد، شاهنامه نوشته شد که خدا میدونه. Ну а потом с развитием литературы, когда появились Хафес, Саади, Шахнаме, все хотели иметь у себя и такую книгу. Эллати навещали, что никакие эстефады не кидали.
И, конечно же, книги писались потому, что люди ими пользовались. من دانشگاه و مدرسه که نبوده چاپ بشه کتاب این کتاب ها به دانش آموزا داده می شده که بخونن یاد بگیرن یاد می دادن و استفاده کاربردی بشه и естественно мы не можем говорить о том что в те времена были еще издательства или книгопечатные поэтому когда люди хотели научиться читать или писать они были вынуждены прибегать к использованию именно таких рукописных книг خب فکر میکنم کفایت کنه یه خود مینویسیم از کتب مختلفه Я думаю, пришло время немножко перейти к практической части. Я бы хотел немножко пописать. А, МКН сейчас сувал вопрос? Да, да, да. Да, конечно. Какие виды письма использовались на территории России? У тюрков, например, татар, у кавказских народов. Ага, это уси. Чем хата, если вы помните, в России, например, османха, туркай, которые в России, татархай, которые жили не кардан, в России, с чем хата использовали? Османха и татархай из хатхай سلس، محقق، نسخ، از اقلام سته این شیشتایی که اول نوشتن как вы помните, у нас была табличка своеобразный признак так вот, первый стрих, то есть محقق سلس رقا، توقی и رقا نسخ نسخ البته، قبل از اینها но, естественно, до этого خطوط دیگه بوده مثل کوفی که استفاده میکردن были и другие виды письма, например, куфийская, которая также использовалась به غیر از بخش لاتین نویس به قول معروف روس که اونها خطای یونانی می نوشتن Ну и, конечно же, мы не говорим о той части населения, что использовала латиницу, тоже кириллицу. Это было сильно позже. И там, естественно, было основное греческое влияние. Что он там шивахово, сабково, мактавое, мухталев, которые из тахасуса нам ходят. Естественно, там существуют свои особые виды начертания, которые, к сожалению, не относятся к моей сфере интересов. Например, так, если говорить о Китае, اینقدر عمیق خطشون و متنوع و سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف خیلی هم من دوست داشتم یاد بگیرم اما از بس زیاد بود فرصت نمیشه طرفش بود так, например, если говорить о Китае, то мы можем отметить, безусловно, великое множество видов начертания символов и иероглифов и Даже если бы я хотел их изучить, их настолько много, что я просто бы, к сожалению, не смог. Уйгурхай, которые в Чин зендеги не фанан. Унха, аз че хатти эстафадан? По большей части они использовали китайские... Сапки ход. У них, по большей части они предпочитали использовать те существующие китайские... ببین اگر مثلا در 200 سال پیش بودم نمیدونم در چه دوره بودم اگر 200 سال پیش بودم استاد درجه که چین استاد سونگ حتما از اون تقلید میکردم که ارتباط هم داشته با ایران استاد سونگ که یه تقدیرنامه به خط چینی برای میرزا هرمزاد اصفهانی در زمان قاجار میفرسته استادتون и если мы допустим говорим о периоде где-то в 200 лет назад то великий мастер Сонг который в ту эпоху был в Китае одним из ведущих мастеров каллиграфии находился в прямых отношениях с Мирзой Халандазо о котором мы уже говорили. И есть даже дарственное письмо, которое он оформил Мирзе Аламрезе. در هر دوره در هر جا یک استاد چیردستی هست که از اون تقلید میکنه. Подумаем, در چه دوره بودم. Безусловно, в каждую из эпох существует свой мастер, который оставляет свой след на восприятии и на том, как
развивается каллиграфия в целом. Но они те манмоталам, кабитайн в Болмаров, чили дастайн, хошневисы чини, мирамады маясаб мише, устатсонги. Ну и, наверное, наиболее известный и наиболее почитаемый мастер, которого я, допустим, знаю, это китайский мастер, это мастер Сонг.